28 июня в 20:00 на летней площадке у киноконцертного зала «Смена» пройдет празднование Дня молодежи. Активных и творческих представителей городской молодежи отметят благодарственными грамотами и подарками. А затем гостей праздника ждет концертная программа. В 21:00 выступят рок-группы города Рассказово, Релексив, Делос, Ман и Ко. А в 22:15 на сцену выйдет шоу-дуэт «Нестройные». Завершится День молодежи фаер-шоу.